Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. 40 миллионов троллейбусному управлению. Чебоксарские депутаты уточнили бюджет. От идеи до реализации. ТОС и Чебоксар отметили 10-летний юбилей. До Нового года 47 дней. В столице заработал новогодний портал. Ждали детскую площадку, а получили масштабную стройку. Городская детская больница номер 3 в Чебоксарах стала заложницей непростой ситуации. Подробности у Татьяны Трофимовой. Перед детской больницей по улице Энтузиастов в юго-западном районе Чебоксар полным ходом идет стройка. Вырыты котлованы, грязно. Судя по всему, здесь строят очередной торговый центр. Родители с детьми, которые приходят сюда ежедневно, иногда и по нескольку раз, обеспокоены сложившейся ситуацией. Ну, когда выходишь на проезжую часть, машины, естественно, тут подъезжают, и авария может произойти. И коляска может пострадать, и машины могут стукнуться. В общем, что все что угодно может произойти. Забор поставили на тротуаре, ведущем от остановки к входу поликлиники. И в больницу можно попасть только в обход. Но и эта дорога в итоге выходит на проезжую часть. Очень устраивает то, что здесь сейчас стройка идет. Очень удобно ходить. Для детей страшно. По торговому центру, мне кажется, здесь ни к чему, потому что здесь рядом в 3 минутах есть уже торговый центр. Неизвестно, что там будут продавать, возможно, даже алкоголь. Так что перед детской больницей, думаю, не место таким центром. Известно, что торговый центр строит некий предприниматель. В соцсетях уже выложено немало разной информации по этому поводу. Пользователи обсуждают какие-то суды, какие-то обращения в администрацию столицы. Но стройка идет полным ходом, а у горожан появляется все больше опасений. Жители обращают внимание на то, что детская поликлиника стала труднодоступной даже для экстренных служб. Остался всего лишь один эвакуационный выход, и случись какое несчастье, я сомневаюсь, что они на себя возьмут ответственность за пострадавших. Сюда не подъедет ни одна, ни скорая машина, ни пожарная, ни газовики при одном выезде. После окончания строительства добавятся парковочные места, и где будут стоять машины, и, естественно, будут случаться эксцессы с участием детей. И все это происходит на территории детской больницы. Нарушаются самые элементарные правила безопасности. Мы будем следить за развитием событий и ждем комментария официальных лиц. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. В чебоксарский бюджет дополнительно поступило 154 миллиона рублей. Более 40 из них столичная администрация предложила направить на погашение долгов троллейбусного управления. Городские депутаты решение поддержали, впрочем, не единогласно. Подробнее Ольга Пырочкина. Бюджет города Чебоксары на 2017 год предлагается увеличить по доходам в общей сумме на 154 миллиона 32,4 тысяч рублей. 112 миллионов поступило из вышестоящих бюджетов, еще 40 – это собственные доходы города, к примеру, налоги. Если первое – это целевые поступления на строго определенные инвестиционные проекты, например, строительство инфраструктуры парка Амазония, то собственными доходами город может распорядиться более или менее свободно. Например, направить на погашение долгов троллейбусного управления. Сумма задолженности за электроэнергию более 160 миллионов рублей. У Чувашэнергосбыта были все рычаги для того, чтобы отключить электроэнергию. Троллейбусы бы встали. Ежедневные перевозки более чем 200 тысяч пассажиров остановились бы. Люди пошли бы пешком. Поэтому нам нужно было внести это предложение. Против троллейбусного управления ничего не имеем, но уж больно мало времени было на изучение документа, пожаловался представитель ЛДПР. Сам проект был получен буквально за несколько часов до того, как начались наши постоянные комиссии. Представителя «Справедливой России» не устроили другие статьи расходов. Что мне говорить людям? Какая этническая Чуваша, какая Амазония? У людей во дворах грязь, темнота. О чем мы говорим? Почему были расставлены такие приоритеты? Что касается вопросов таких, как этническая Чувашия,
там, набережная. Ведь это программа Ростуризма. Это целевые средства, которые выделяются в объеме 93% федеральных средств, а 7% это субъекты город. Не участвовать в этой программе глупо. А эти средства могут быть направлены только на реализацию объектов, которые входят в программу развития туризма. Мы не можем эти средства направить на дворы, хотя знаем их проблемы. Мы не можем эти средства направить на строительство детских садов и на удовлетворение других проблем наших горожан. Так или иначе, решение принято, бюджет уточнен. Что касается сроков предоставления документов на изучение народным избранникам, тут представители администрации пообещали исправиться. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. От идеи до реализации. Территориальное общественное самоуправление Чебоксар в этом году отмечают 10-летний юбилей. Сегодня их представители чествовали во Дворце культуры «Салют». О том, как меняется облик города с помощью тосовцев, в нашем сюжете. Татьяна Тихонова, председатель одного из ТОСов, с гордостью показывает плоды проделанной работы. Вот аллея искусств. Отремонтированные дорожки, аккуратные скамейки, белоснежные статуи. Все это появилось здесь благодаря местным жителям. Нам нравится она. Мы по ней гуляем утром и вечером гуляем. Она хорошая очень даже. И с детьми ходит тут. ТОСовцы тесно сотрудничают с депутатами Чебоксарского городского собрания. Они встречаются вместе, обсуждают различные предложения, идеи. Они самоорганизуют работу на местности, знают насущные проблемы, характеризуют их. На законодательном уровне, на уровне исполнительной власти мы их всячески поддерживаем и финансово, и административно по всем вопросам. Еще одно направление работы – реализация совместных проектов. Благоустройство подъездов, ремонт дворовых территорий, участие в субботниках, помощь пожилым и работа со школьниками. Не забывают и про досуг. Сейчас в Чебоксарах 58 ТОСов, и у них общая цель – сделать городскую среду лучше и комфортнее. Я тоже активно принимал участие в становлении этого движения ТОСовского. И когда уже стал главой города, всегда пристальное внимание уделял ТОСам. И чтобы ТОС был тем инструментом, который действительно объединял горожан и администрацию городскую. ТОСы сыграли свою роль, положительную роль в жизни города Чебоксар. Они активно работают. И 10 лет – это только начало. Впереди много планов и идей, которые обязательно реализуются. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Цивильска, который этим летом в своем гараже убил 11-летнюю девочку. Дело передано в Верховный суд. 23-летнему безработному жителю города Цивильска предъявлено обвинение в незаконном сбытии, покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, убийство малолетней с особой жестокостью, а также других особо тяжких преступлениях. По версии следствия, 15 июня текущего года в Цивильске обвиняемый, находясь в своем гараже, употреблял наркотические средства. В этот момент он заметил проходившую мимо 11-летнюю девочку, после чего завел ее к себе в гараж, где задушил с особой жестокостью, опасаясь, что она расскажет, что видел, как он употребляет наркотики. После задержания обвиняемый оформил явку с повинной. В ходе следствия он признал свою вину в совершении инкриминированных ему преступлений частично. Однако его причастность к указанным деяниям подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. Оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Верховный суд. Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Он был установлен Всемирной организацией здравоохранения совместно с Международной диабетической федерацией в 1991 году. Именно в этот день ученый Фредерик Бантинг впервые сделал спасительную инъекцию инсулина больному диабетом ребенку.
В России диабетом болеют около 9 миллионов человек. Распространенное мнение, что заболеть диабетом можно, если есть много сладкого, не совсем верно. Причина болезни – недостатки в организме гормона, который помогает сахару из крови поступать в клетки. Скудные представления о болезни и ее симптомах нередко приводят к серьезным осложнениям. Сейчас в Чувашии зарегистрировано более 30 тысяч пациентов с диагнозом диабет. В Чувашии, как и в целом по стране, действуют разные программы поддержки пациентов с сахарным диабетом. Растет уровень квалификации врачей, появляется новое оборудование и препараты. А Всемирный день борьбы с диабетом ежегодно напоминает людям о том, как важно следить за своим здоровьем и что рядом всегда есть те, кому может потребоваться неотложная помощь. Один из старейших театров республики, Чувашский академический драматический театр, готовится к вековому юбилею. Сегодня в театре прошла научно-практическая конференция. Целый век. Много это или мало? Чувашское театральное искусство зарождалось в непростые времена. На дворе революционные перемены, а в Казани горстка энтузиастов готовит к постановке пьесу Островского «Не так живит, как хочется». Спектакль увидел свет в 1918 году в Казани. Это событие и стало основой зарождения Чувашского театра. Уже через 2 года театр переехал в Чебоксары. В известном здании на Красной площади спектакли стали играть в 60-е годы. Те трудные годы, когда действительно те люди, которые работали первые дни, не имея ничего абсолютно, на пустом месте сумели создать великолепный вот этот наш сегодняшний театр и передали нашему поколению. Иметь свой родной театр и гордиться им желает всякий народ, всякое племя, всякий язык. Это истина. О том, как развивался Чувашский драматический театр, говорили на конференции ученые, историки, искусствоведы. Ведь, как известно, без прошлого нет настоящего. Чтобы не говорили скептики, у национального искусства есть и будущее. В нем уверены все актеры, служащие в театре. С надеждой, что театру будет не только 100 лет, может и 200 лет будет. Я все-таки верю в будущее театра. Много молодых актеров у нас, талантливых. Я радуюсь их успехам. Вместе выходим на сцену. И просто у меня есть надежда на будущее. В Чувашии ищут мастеров кино. В столице республики вновь стартовал Чувашский кинофестиваль «Азам». Третий по счету. Церемония открытия прошла в Театре юного зрителя имени Сеспеля. 18 кинолент будут бороться за звание лучшего фильма чувашского производства. Обо всем подробнее Рифат Фаткулин. Документальное кино, мультфильмы, драмы, комедии, короткометражные, полнометражные. В этом году фестиваль вобрал в себя еще большее жанровое разнообразие. Кинофорум открылся показом художественного фильма «Фуга» режиссера Марата Никитина. Картину уроженец Новочебоксарска решил преподнести в виде яркого и скандального ТВ-реалити-шоу. Главный герой фильма потерял память и узнает всю правду о себе, что называется «здесь и сейчас». Автор уверен, что состязательность в таких фестивалях – понятие лишнее. Фестиваль – это всегда такая рабочая тусовка, где можно пообщаться с другими режиссерами, посмотреть кино другое, да, чем живет мир, грубо говоря, да, какие мысли у режиссеров вообще, какие идеи витают вокруг. Также познакомиться с нужными людьми, как всегда, да, с продюсерами, с актерами. Это обмен мнениями и всегда какой-то определенный такой праздник для кинематографистов. Все авторы имеют награды целого ряда профессиональных конкурсов. Для них фестиваль «Азам» – главный способ донести свои работы до зрителей. Их творчество воплощает те новые идеи, которые востребованы в 21 веке. Мы должны сегодня развивать кино, Чуваш кино. Для этого мы будем все свои возможности использовать, и средства бюджета будут предусмотрены, чтобы мы, как всегда говорю, все вернули кино народу. На фестивале преобладает этническое кино, созданное авторами в самом эпицентре реальной, волнующей их жизни. Работы оцениваются по 14 номинациям. Среди членов жюри – именитые кинодокументалисты. От этого фестиваля я ожидаю некоторых или больших изменений по сравнению с фестивалем прошлого года, конечно. По сравнению с первым фестивалем, прошлый год был, я считаю, очень удачным. «АллатРцы» очень хорошо себя показали. Марат Никитин понравился. Юрий Спиридонов своими работами выделился. В этом году я считаю, что достижений больше будет, потому что жизнь вперед идет.
Кинофорум продлится до 17 ноября. Все сеансы бесплатные. Увидеть конкурсные работы можно будет в Национальной библиотеке и архиве электронной документации республики. Победители фестиваля получат главный приз – статуэтку «Азам» с чувашским орнаментом, которая символизирует связь неба и земли. Организаторы же надеются, что этот кинофестиваль выведет чувашский кинематограф на другой, более высокий уровень. Рифат Фаткуллин, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. До Нового года осталось 47 дней. Все новости о приближающемся празднике можно узнать на новогоднем портале «Чеп Мороз». На сайте размещена подробная информация о том, как столица будет встречать Новый год. В предпраздничные дни в Чебоксарах пройдет много интересных событий. Выставки, концерты, конкурсы, благотворительные акции, мастер-классы и утренники. Кроме того, зима не исключает активного отдыха. В городе будет работать несколько открытых площадок. Главный тренд Нового года 2018 – зимняя еще счастье в Чебоксарах. Основные новогодние мероприятия развернутся на Красной площади, Московской набережной, в этнокомплексе «Амазония» и в городских парках. К своему 4-летию коллектив «Таван Радио» решил возобновить увлекательный проект «Ротация». Его суть – дать возможность найти своего слушателя молодым талантам. Они показали, чего стоят. Они прошли кастинг, но это только начало. 14 человек стали участниками проекта «Таван Радио. Ротация». Они будут бороться до последнего, чтобы попасть в финал и выйти на сцену. Этот проект для тех, кто мечтает и хочет стать звездой чувашской эстрады. На данный момент уже два конкурсных дня, отборочных дня прошли. Мы отобрали 14 участников, и они уже готовы бороться. В течение 2 месяцев участников ждут мастер-классы от профессионалов по разным направлениям. Вокалу, написанию текстов и стихов, пластике, работе на сцене и в студии. Лучшие из лучших станут участниками праздничного концерта ко дню рождения «Таван Радио» и выступят на сцене вместе с известными певцами. Их песни прозвучат в эфире «Таван Радио». А победитель получит возможность сделать клип на национальном телевидении Чувашии. Первый выпуск программы «Ротация» смотрите 23 ноября в 20 часов 30 минут на национальном телевидении Чувашии. Таким был этот день глазами корреспондентов программы «Республика». Я с вами прощаюсь, а впереди еще полезная информация о том, как поддерживать свое здоровье осенью и наступающей зимой. Также вы узнаете о новых формах взаимодействия Сбербанка с потенциальными клиентами. На этот раз Сбербанк пригласил на встречу представителей предприятий ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. Речь шла об упрощении механизма платежей. Среди гостей и участников – администрация города, налоговая служба, прокуратура и Минстрой Чувашии. Осенью после сезона дачных подвигов у садоводов и огородников часто обостряются боли в позвоночнике и суставах, гастриты и язвы, зашкаливает давление. Поправить здоровье могут помочь уже давно знакомые чебоксарцам аппараты магнитотерапии от компании «Еламед». Они разработаны с учетом накопленных научных данных о лечебном воздействии магнитного поля на организм человека. Универсальными аппаратами, которые производит компания «Еламед», оснащены физиотерапевтические отделения многих больниц города и республики. Валентина Гурьевна всю жизнь работала на заводе. Последнее время из-за остеохондроза начали неметь руки. Врач назначил курс лечения. У меня руки онемели, спина очень болела, поясница болела. Вот предложили мне на Алмаге лечиться. Симптомы уже начали успокаиваться, немножко успокоились. Себя чувствую комфортно, легче. Магнитное поле очень, конечно, чудное явление в природе. Мы состоим, как знаем, состоим из жидкости, из воды. 80% плюс-минус, как считается. И, конечно, это не просто вода, это заряженная частичка, это соли наши. Они, создавая вот магнитное поле в организме, заряженные частички начинают ускоренно движение к противоположному полюсу. И, конечно, ускоряется кровообращение, резервные капилляры открываются. Аппарат «Алмаг-1» предназначен для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний, в том числе таких распространенных, как артрит, артроз, остеохондроз. Принцип работы аппарата прост. Нужно наложить его на 20 минут на больное место. Под воздействием магнитных импульсов уменьшается отек и воспаление, проходит боль. Магнитное поле проникает в ткани без эффекта прогревания. Процедуру можно проводить прямо в одежде. У меня начали болеть суставы, колени и поясница тоже. Тогда мне врачи посоветовали лечиться вот этим аппаратом. Этот аппарат мне очень нравится. Он простой, не нужно раздеваться. Я думаю, что приобрести такой аппарат для использования дома необходимо. Купить аппараты магнитотерапии можно в ближайшем магазине «Медтехника». Там же можно получить подробную консультацию специалиста и узнать о противопоказаниях.
Сбербанк – это гарантия прозрачности. Любой клиент, будь то юридическое или физическое лицо, всегда может проследить движение денежных средств. В условиях непростых отношений между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, когда буквально на ровном месте могут возникнуть долги, банк предлагает свои механизмы работы. Например, пользуясь его системой, можно увидеть сводный реестр по платежам за день, а также сумму, которая перечисляется на расчетный счет. Нам необходимо объединиться для соблюдения тех правил и норм, которые предусмотрены законодательством. Второе – это переход в более технологичную сферу для того, чтобы безналичные платежи были более удобны. Многие управляющие компании уже оценили преимущество работы со Сбербанком, являясь одним из крупнейших операторов на рынке приема платежей. Он всегда на связи с ключевыми игроками. Все расчеты ведем через Сбербанк и почту, конечно же. Условия для нас приятные были от Сбербанка, что комиссионный сбор упадет у нас, меньше будет процентная ставка. У нас все население, много офисов у Сбербанка по Новочебоксарску у нас, можно сказать, на каждом шагу доступный, шаговой доступности получается. Плюс зарплата у нас, проект у вас, комиссия, как сказал уже, меньше. Представители прокуратуры и налоговой службы тоже сказали свое слово. В основном управляющие компании совершают одни и те же ошибки, которые влекут за собой серьезные нарушения. Их можно избежать, если следовать рекомендациям, которые дают банкиры. Сейчас, к примеру, специалисты разрабатывают схему прямого расщепления коммунальных платежей. Благодаря ей нам не надо будет гадать, за что с нас взяли деньги управляющей компании. Со дня создания нашей управляющей компании мы открыли расчетный счет для поступления денежных денег для оборота именно в Сбербанке. Чем он нам нравится, этот Сбербанк? Оперативность, отзывчивость. Знаете, Сбербанк, какие-то новшества у них вводятся, и тут же они нас собирают. Нас знакомят с этой информацией. Естественно, приемлемые их предложения мы принимаем. Кроме того, в Сбербанке сейчас стартовала акция «Время подарков». Чтобы стать участником акции, нужно заплатить за коммунальные услуги любым удобным способом минимум по двум квитанциям и получить купоны. Они дают право на скидки у партнеров банка.